Семья, которая попросила челябинцев собрать деньги на лечение еще не родившегося ребенка, готова их вернуть. Малыш мог родиться инвалидом. Операции нужно было провести внутриутробно за границей, но попасть туда супруги не смогли. В консульстве Германии паре отказали в выдаче визы. Тогда супруги отправились в северную столицу России. Там у них и родилась дочка Вера. А сразу же после появления малышки на свет ей провели несколько операций. Нам сделали операцию на спинке. У нас она родилась с грыжей такой достаточно большой. Вот, то есть убрали, устранили эту грыжу и там поставили имплантат в спине. У нас была нарастающая гидроцефалия и смотрели, сможет ли организм сам справиться или нужна будет помощь. В итоге через там полторы недели, почти две, нам сделали операцию вторую по шунтированию. Сейчас Вере месяц. Недавно она с родителями вернулась в Челябинск. Ей нужна реабилитация. Эти деньги, которые семья собрала на операцию, могут понадобиться на дорогостоящий курс. Обязательно должен быть, ну, у нас такой стиль жизни, это ЛФК. И очень много различных должно быть массажей. Ну вот, допустим, нам порекомендовали, что в этой терапии это очень такой хороший курс, который помогает вот детям, у которых бывают проблемы с нервной системой. Несмотря на то, что деньги семье еще могут пригодиться, они готовы вернуть все пожертвования. Собирали средства на операцию, на которую в итоге не потратили и рубля. Напомню, после планового УЗИ врачи диагностировали у еще не родившейся дочки спинномозговую грыжу и разделение спинного мозга. Медики давали страшные прогнозы, что ребенок не сможет ходить и будет умственная отсталость. Сбор денег начали 19 июня, а на следующий день его закрыли, так как собрали необходимую сумму для лечения в Германии.